Всем привет! Это четвертая запись по факторио. У нас тут меня как-то назовем. Сохранился. Я могу сказать, у меня события произошло, пришлось немного прорваться. Так, ну... А вот это косяк. Теперь... Прежнего сделать не получится. Сделаю так. О, не задумывается, чего это не то. Ну... Так. Мы прикладываем на дальнюю середину. Тику. Придется захерачить. Чик-чик-чик-чик. Уже заменить их. Ну что-то больно прогресс силы. Сильная. Знаете, я оставлю. В принципе, вот такая схема не позволит сильно разрастись. С другой стороны, чтоб так можно будет срезать просто вот эти длинные, и если можно будет туда вырастить систему. Потому что все он будет складывать на дальние. А с дальние, да, потом забирать он будет все. Поехали, в принципе. Довольно длинная. Понятно, потому что есть. Давай сделаем. Уже от этого не будет. Ух, блин, мне надо бы идти в переработку нефти, но до меня недалеко. Там первый потребник. Давайте-ка подумаем, переведем. Блин, то, что нужно. Да, в этой серии я хотел предвидеть то. Судя по всему.
еще рано пока все это двигать. Я, наверное, это сделаю как небольшой отчет. Слышал, все запотыкается. А, собственно, сделаю небольшой типа отчет. Что произошло за последнее время. Нужно будет подумать, какой-нибудь счетчик, чтобы он запускал. Вот не было вот этого вот всего накапливания. Ну, прям не очень. Это нужно вот те подлинные апгрейды, если они нам еще развалятся. И с этой, ну, то, что я уже на раз пятый игру заканчиваю. Дебильные твари. Всяких мелочей просто не знаю. Да, у нас дикая проблема с выплавкой меди. Она должна копиться в больших количествах. Давайте-ка головы выкинем. Выполнили. Фонарям-то лучше все. О, сейчас пойдет. Как же по поводу металла? Сейчас это нам пока еще не очень нужно, скоро понадобится. Копить, кстати, вообще не имеет никакого смысла уже сильно. Но если я даже сейчас делаю какие-то мощности, поэтому расходуется в несколько минут. Но с одной стороны, накопить какое-то количество стоит. Так, ну у нас уже энергосистема не справляется. Угля даже стало не хватать, смотрите. Мешки перегружены. Угу, еще 3, 4, 5, 6. Серьезно, 6. 5 мешков не вытягиваю. Ну это прям дичь какая-то, дичь. Друзья, это дичь. Да. Как можно пододеть все это. Надо пробовать. Самое время для эксперимента. Так, вот здесь вот. Так.
спальная часть. Хотел будет следующий. Главная связь. Ну да. Дополнительная пятерка. Только двое. Смотрите, тут не загрузило. Если на дополнительные движки все сколько у нас будет. Так. Ну, это все, она прокормит 100%. Да, но 5 движков все равно не справляются с нагрузками. Готовим под новых. Слышит, у меня блик появился. Он скачет все. Интересно. Пройти нельзя. Значит, можно. Да, у нас появился излишек энергии. Buddy joined your channel. О. Привет, Кристофер. Привет. Чё как? Да ничего, потихоньку. Я только решил зайти. Да. Навести меня. Такое дело, я в факторе играю. Buddy disconnected from your channel. Зашел.
отвлекся. Скачки довольно большие. Стену бы как-то стабилизировать. Я ни со стороны энергии, ни со стороны жидкости нету. Ну, просто нечем. Его лучше двигать, поэтому, пожалуй, займусь тем, что хотел. Идем мы на энергетику. У нас тут есть аккумулятор. Нам дали снаряд нефтяной. Но без этого никак будет. Все никак. Вот все на этих деревянных столбах делать вообще не вариант. Загрязнение не такое уж хорошо. Кстати, стоит подумать, а как я буду следующий уровень располагать.
Поэтому я буду располагать вам туда офис. Верхний вам придется погрузить. Ну, хотя... И факт. В прошлой игре все я тебя подвозил. Все неплохо было. Печки, 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 печки. Сойдет. Медь, в принципе, не нуждается в дополнительном расширении. И вот, вот этого участка всего хватит. Назрела и резко. Резко, как мы направляли.
Все серьезно возникает, да? Избыток меди уменьшится. Да, вон видно, стрянка 60, как где-то больше, чем нужно. Конвейер не уходит, а у нас сход-то высокий. Вот эти две надо включить. Тем принципом, которым говорил. Раз. Ой. И то выломал. Там мы оставим. Да, по сути, я увлекся. Смотрите, да. Пошел прибыть. Прибывает все. Средние два конвейера вроде работают. Здесь же есть еще вот такая вот оценочная штука. Ну, где-то 32 зеленых перепускаем. На них идет 32 схема. 40. 40. Ну, в принципе, выпуск 40. Скачивается. Интересно. Это более стабильный результат. Так, 15 минут.
10 минут, а он стоял через. Ну, кстати, в принципе, производство у них равное. В общем и целом. Потому что одна микросхема, один манипулятор, одна копия. Если у нас пакет заказывается 6 единиц времени, манипулятор заказывается 0,5. То есть для теков мы можем сделать 12 манипуляторов. Что? Не 12, серьезно. Я себе. Да, можно будет посидеть, посчитать. Все железо требует, всякое такое. Ну, вот, в принципе, этот механизм вот такой. Чем ниже приоритет, ну, самый низкий, ну, тем такая вот образуется. Так, энергосети. Туго. Энергосетям. Да, кстати. Я знаю, почему вы все вот это скопили. Сюда железо только не доходит. Да. Там такой перевыпуск появился. Увеличить выпавку железа. Следующий это на следующий уровень. Как она сейчас пролетит? Кстати, уже что мы видим, сделать на конвейер железо, чистое железо нужно. Давайте-ка сделаем все конвейеров. То есть либо пыльный ложен, пыльный вообще. То еще нет.
подождем. В принципе, с основным застреванием ресурсов разобрались. Чего нет? Быстрые конвейеры все разрубили. Бегаем, думаем. Сеть. Переужина. И просто подходим. Последнего проблем никаких не будет. Если появится, когда появится, но в принципе одну вещь можем поставить. Но это будет общий объем нагревать. Ну, здесь хотя бы парится, чего.
прокатились. О, думаю, выправка прям мощно началась. Пойдем возьмем хлеба. Ладно, блин, этот выпуск прям длинный получился. Хотел коротко, получилось длинно, но на этой прекрасной ноте сырой нефти заканчиваю. Так, всем спасибо, всем пока.